Добро пожаловать на сайт LatoDay, крупнейшей и единственной в мире децентрализованной игровой платформы, работающей по всему миру. Сегодня я собираюсь поделиться с тобой чем-то действительно революционным. В жизни у тебя есть всего несколько раз возможность полностью переписать свои финансовые дела. Бывают такие возможности, которые приходят к нам сами по себе и никуда не исчезают. В конечном итоге они достаются только другим людям. Так что за это время, которое у нас будет в течение следующих 15-20 минут, я хочу убедиться, что ты уделишь полное внимание тому, чем я собираюсь поделиться с тобой. Вам, потому что это либо первая возможность, которую вы видите, которая может полностью изменить вашу жизнь в финансовом отношении, либо последняя. Сегодня день лотереи, первая в мире игровая платформа для децентрализованных автономных организаций. Система День лотереи построена на серии смарт-контрактов, которые не допускают никакого взаимодействия с человеком для осуществления всего административного контроля. То, что это дало, и это первый случай, когда это когда-либо делалось, позволяет людям участвовать в играх и лотерейной индустрии через границу без административной контроля. Что же это значит? Это означает, что теперь ты можешь играть в лотерею по всему миру. Эта система была разработана профессионалами лотерейной индустрии с более чем 20-летним опытом работы. Лотерейная индустрия существует уже более 200 лет, и профессионалы собрали здесь систему, которая позволяет людям иметь гораздо более высокий потенциал для заработка, в то же время создавая полностью децентрализованную автономную организацию. Видишь ли, проблема в том, что сегодня лотерейная индустрия находится в очень сложном положении. Да, это масштабная индустрия, но она контролируется отдельными странами. Каждая из этих отдельных корпораций или стран полностью контролирует свои лотереи из-за того, что она является крупным центром получения прибыли. Если мы посмотрим, к примеру, на американскую Америку в Соединенных Штатах, то это бизнес стоимостью 100 миллиардов долларов в год с почти 40 лет налогом на азартные игры со стороны сам по себе. Это означает, что 40 миллиардов долларов в год идут непосредственно на прибыль, даже не учитывая подоходный налог до того, как люди получат свой выигрыш. Так что, конечно же, эти компании или страны хотят получать весь доход от этих игровых систем. А кроме того, кто-то не может приобрести лотерейный билет, если он живет в Корее и хочет приобрести его в Соединенных Штатах. Люди не могут пересекать границу в играх, которые проводятся через границу. Так что это означает, что до сих пор не существовало решения, позволяющего людям полностью участвовать в играх по всему миру. Сегодня я собираюсь поделиться с тобой этим решением. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, давайте посмотрим, сколько лотерейных билетов продается в день на каждом рынке. Если мы посмотрим на Америку, то увидим, что в день продается 137 миллионов билетов. В Германии за день продается 13 миллионов билетов. Во Франции за день продается 8 миллионов билетов, в Корее за день продается 12 миллионов билетов, в Японии за 9 миллионов. И в Китае за каждый божий день продается 101 миллион билетов. Если вы посмотрите на мировое население, насчитывающее 8 миллиардов человек, и разделите это на 450 миллиардов долларов в год, это означает, что каждый отдельный человек на планете в среднем тратит 50 долларов в год на лотерею. А почему это так важно для вас? Сегодня для вас это очень важная сделка, потому что у нас есть система, которая позволит вам индивидуально участвовать во всех доходах от лотерейных игр. День Лото – это первая в мире децентрализованная игровая платформа, полностью созданная по всему миру. Это означает, что любой человек в любой точке мира, на любом рынке мира может играть на одной платформе, построенной децентрализованным способом с использованием смарт-контрактов. А это значит, что она построена без какого-либо административного контроля. Это означает, что нет никого, кто мог бы решить, должен ли ты победить или нет. Все это делается с помощью ряда алгоритмов, позволяющих системе полностью функционировать без какого-либо взаимодействия с человеком. А это означает отсутствие бюрократии и бюрократической волокиты. Она построена на базе цепочки финансовых знаков, эфириума,
полигонального трона и нашего самого любимого Альтрона. У нас есть доступ к миллиарду пользователей блокчейна, первой в мире децентрализованной и крупнейшей игровой платформы, которая когда-либо была создана ранее. Серия из сотен смарт-контрактов разрабатывается в течение 5 лет людьми, которые работают в игровой индустрии уже более 20 лет. У нас огромный опыт работы в этой сфере. Она также доступна в Google Play App Store, что дает нам доступ еще к 3,6 миллиардам клиентов. А это значит, что у нас есть доступ к половине всего населения планеты находится на этой платформе. И что еще лучше, ребята, так это то, что у каждого из вас будет возможность принять участие во всей этой экосистеме. Самые большие джекпоты в мире разыгрываются в Америке. Например, в игре Powerball один джекпот составляет 2 миллиарда долларов. Проблема в том, что объявляется человек, выигравший этот джекпот первым из всех. Так что это означает, что все его друзья и родственники думают, что он только что получил 2 миллиарда долларов. Но затем, когда вы берете этот 40-процентный налог на азартные игры и вводите его в действие, а затем берете 40-процентный подоходный налог и вводите его в действие, у него остается меньше примерно на 20% дохода. Вся сумма в целом. Так что в конечном итоге у него может получиться несколько сотен миллионов долларов, но все думают, что у него есть 2 миллиарда долларов. Так что в большинстве случаев люди, выигравшие в такого рода лотереи, в конечном итоге обанкротятся, потому что это грандиозное шоу. А затем, когда дело доходит до суммы денег, правительство действительно зарабатывает больше, чем отдельные люди, а сама игровая платформа зарабатывает больше, чем отдельные люди. Она не предназначена для того, чтобы люди выигрывали. Она предназначена для создания игровой ситуации, позволяющей получать доходы и налоги для правительств. Но сегодня я собираюсь показать тебе нечто совершенно иное, нечто такое, что действительно ломает и разрушает лотерейную индустрию в том виде, в каком мы ее знаем. Нечто настолько захватывающее, в которое вложено столько энергии и усилий, что это буквально может изменить весь ход мировых игр. И ты собираешься услышать это сегодня 1 числа. У нас сегодня очень насыщенный день. Это прекрасно, великолепно спроектированная платформа, построенная на BC, построенная на Ethereum, построенная на Polygon, построенная на Tron. Полностью готовая уже на Altron, проверенная Certec, одной из крупнейших аудиторских фирм во всей отрасли, в основном уважаемой, защищенной Chainlink. И вот сегодня, еще до начала игры, на платформе уже есть 1 миллион долларов в долларах США, готовый к розыгрышу первого джекпота лотереи. Это единственная игра, в которой выплаты производятся в долларах США на 100%. Для начала нужно получить 1 миллион долларов. Каждый раз, когда будет продан билет, этот банк будет увеличиваться, и мы сейчас рассмотрим этот вопрос более подробно. В первый же день мы получим 1 миллион долларов. Ты мог бы выиграть этот приз. Твоя жена могла бы выиграть это дело, твой ребенок мог бы выиграть это дело. Твоя собака могла бы выиграть это дело, потому что система полностью децентрализована. Ты подключаешься к своему кошельку MetaMask с помощью своего кошелька. Здесь нет людей, которые могли бы сказать, выиграешь ты или нет. Алгоритм срабатывает автоматически, и ты покупаешь билет. Тебе повезло в этот день, твоей собаке повезло в этот день. Ты получишь на свой счет миллион долларов в твердой валюте ад. Решать тебе. Бог дал нам свободу воли, которую у нас отняли правительство. Децентрализация — это возвращение нашей свободной воли к нашим финансам. И сегодня ты слышишь это первое выступление здесь. Здесь есть лотерейные игры, игры в казино, бинго, рынки предсказаний, скачки, собачьи бега, ставки на рулетку и покер, скретч-игры. Просто думайте об этом как о полностью онлайн-казино, а также лотерея, к которой у вас теперь есть доступ. Поскольку она находится на децентрализованной платформе, которая выигрывает 3 раза это больше, чем обычная лотерея, которая существует сегодня. В среднем в лотерейных играх выигрывает 1 человек из 27, который что-то выигрывает. 27 билетов выигрывают что-то с помощью лотерейного дня, потому что все расходы, которые сокращаются из-за смарт-контрактов, делают всю работу за вас. Это 1 шанс из 7. Так что шансов на выигрыш в 3 раза больше, чем при обычной лотерейной системе, потому что здесь нет накладных расходов. В этом-то и заключается прелесть смарт-контракта. Кодекс смарт-контракта — это закон. Таким образом, вся система работает на основе серии контрактов, которые полностью являются цифровыми. А вот теперь мы подошли к самому интересному моменту. Теперь я знаю, что некоторые из вас просто ждут возможности услышать о том, как можно заработать деньги. У нас есть потрясающая возможность предпродажной подготовки. Эта возможность предпродажной подготовки позволяет любому человеку из любой точки планеты принять участие и стать частью, участником. Совладельцем этой игровой платформы децентрализованной автономной организации.
В рамках этой предпродажной подготовки речь идет не о средствах, собранных для создания технологии. Речь идет о средствах, собранных для того, чтобы стимулировать развитие сообщества. Так что мы возвращаем феноменальный процент дистрибьюторам, людям, которые делятся этим со всем миром. Потому что мы знаем, что если мы соберем, имея небольшой капитал, и позволяя людям зарабатывать на этом капитале, они собираются рассказать об этом людям. Итак, 30 миллионов долларов – это очень ограниченная предварительная продажа для начала. Мы приступили к ней на прошлой неделе. 10 миллионов долларов уже израсходованы. Так что давай просто предположим, что осталось 20 миллионов долларов на предпродажную подготовку. А как же будет работать система продажи билетов? Когда кто-то покупает билет за 3 доллара, 50% от этой суммы идет в призовой фонд. Это означает, что один билет стоит 50 долларов. Каждый проданный билет идет в призовой фонд. Мы уже видели, что для того, чтобы начать зарабатывать миллион долларов в первый же день, нужно было потратить миллион долларов. Теперь, когда один билет продан, он стоит миллион долларов плюс 50 долларов. Это правило первого приза будет составлять от 3 до 5 миллионов долларов, потому что билеты будут иметь, у нас есть такая возможность во время предпродажной подготовки. Как только мы пройдем половину предпродажной стадии, продажа билетов будет доступна нашим участникам. А это значит, что каждый проданный билет будет увеличивать первоначальный призовой фонд в миллион долларов. Так что если этот первоначальный призовой фонд будет продолжать увеличиваться, то первый джекпот может составить от 3 до 5 миллионов долларов. 10% их выручки от продажи билетов будет возвращено на долю выручки. Сейчас я покажу тебе, как это работает, буквально через мгновение. 5% средств уходит на рефералов. Рефералы есть во всех блокчейнах, BC, Эфириум. В любом месте, где запускается наш продукт, по 15 центов за билет возвращаются тем людям, которые им поделились. 5% — это выкуп и сжигание для АЛКС. Теперь я знаю, что все вы, владельцы АЛКС, которые смотрят эту презентацию, уже улыбаетесь. Потому что вы видите, что цена АЛКС выросла более чем на 40% за последнюю неделю, и она продолжает расти. Потому что предпродажа помогает повлиять на цену АЛКС, потому что это приложение работает по цепочке. Кроме того, 30% средств уходит на эксплуатационные расходы и маркетинг. Кроме того, у нас появится возможность увеличить объем продаж билетов до 500 проданных билетов в день. Именно этот пример мы и будем использовать в данной презентации. Может быть, давайте сделаем еще больше, и в конце концов их станет намного больше. По 3 доллара за билет. Это же 1,5 миллиона долларов США. 10% от общей суммы идет на рефшеринг. Это означает 150 долларов в виде ежедневных вознаграждений. Что это значит для тебя, как для отдельного человека? Мы разработали несколько совершенно потрясающе оформленных и красивых игровых хабов NFT. Так вот, да, они отлично смотрятся, но дело не только в внешнем виде. Дело еще и в функциональности. Они делают гораздо больше, чем просто хорошо выглядит, и выглядят они чертовски хорошо. Функциональность этих устройств просто огромна. Код, который написан за ними, делает все именно так, как и должно быть. Ты покупаешь игровой центр, помещаешь его в свой кошелек MetaMask, и он автоматически начинает возвращать тебе деньги каждый раз, когда один билет продается в любой точке планеты. С помощью этой системы игровые центры выдают вам множители в зависимости от размера кубка. Так что вам лучше начать с того, что счастливая восьмерка принесет 100 долларов выигрыша и 200 долларов выигрыша. Мудрый слон получит 300 долларов выигрыша и 900 долларов выигрыша. Панда удачи получит 500 долларов выигрыша и 2000 долларов выигрыша от разъяренного быка. И вы начнете набирать обороты с 15 сотен долларов выигрыша и 7500 долларов выигрыша от богатого тигра. Я знаю, Азию, ты обожаешь богатого тигра. 5000 долларов за 30 долларов, 0, все кончено. Восходящий феникс приближается к кульминации, пятерка за 87 долларов, 0. А вот и могучий дракон, мой любимый персонаж на первой фазе. 30 долларов с нулевым результатом на входе и 240 долларов с нулевым результатом на выходе. Твой доход увеличится в 8 раз. Цифры внизу таблицы основаны на продажах билетов. На сайте Lotodai есть калькулятор, с помощью которого ты можешь ознакомиться. Заходи и проверяй, насколько точно эти ежедневные доходы могут быть основаны на продажах билетов. Но 30 долларов с нулевым доходом при входе и 240 долларов с нулевым доходом при выходе – это потрясающая прибыль. Я никогда не видел ничего подобного, что имело бы стабильную надежную систему, позволяющую получать такую огромную прибыль. Но подождите, это еще не все. Дамы и господа, представляете? Представляем вам нашу супер редкую продукцию. Это игровые центры. У нас очень ограниченное предложение. В продаже будет всего несколько таких экземпляров, и они, скорее всего, поступят в продажу в ближайшие несколько дней. Цена Mystic Lion составляет 50 долларов США, поступление 450 долларов США. Это в 9 раз больше 50 тысяч долларов. С чем-то подобным вы могли бы буквально получать такой доход каждый день год. И самое лучшее и лучшее из лучших, в которое я лично буду инвестировать, это волшебный единорог.
Неужели при покупке АСКТ $100 будут равны нулю? Купи мою долю, купи моего единорога. Я получу свой суперредкий экземпляр в свой кошелек MetaMask, и у меня будет гарантия дохода в размере $1 миллиона. Смарт-контракт составляется по мере того, как происходит продажа билетов. Мой волшебный единорог заплатит мне в 10 раз больше той суммы, за которую я его купил. И все это совершенно потрясающе. Это придаст такой мощный импульс развитию этого проекта. Это создаст такой мощный импульс для пользователей и приведет к созданию серьезного богатства. Система развивается очень быстро, дамы и господа. Именно сейчас это и происходит. За первую неделю мы уже заработали $10 миллионов. Прямо сейчас мы находимся на втором этапе работы. Второй этап дает вам на 80% больше прибыли от продаж. Прибыль от продаж – это его показатель выручки, то есть скорость окупаемости инвестиций, которая дает вам на 80% больше, чем было бы, если бы вы не находились на этой стадии предпродажи. Так что теперь вы можете взять своего могучего единорога и ожидать, что он окупится намного быстрее, чем если бы он был снаружи о предпродажной подготовке. Эти этапы предпродажной подготовки проходят очень быстро, потому что люди в восторге от того, что они увидели эту технологию. Они понимают, что эта система работает. Это массово воспроизводимая, чрезвычайно простая экосистема совместного использования прибыли, приносящая прибыль. Сам продукт, каждый отдельный человек, который его покупает, зарабатывает деньги каждый день. Каждый раз, когда продается билет, он автоматически включается в смарт-контракт. Так что лучше всего приступать к этим более ранним этапам, потому что так вы быстрее вернете свой капитал. Так вот, причина, по которой вы хотите вернуть его все быстрее и быстрее, заключается в том, что это не просто одноразовая покупка. Когда ты покупаешь своего могучего единорога и получаешь обратно свой $1 миллион, у тебя есть 30-дневный период времени, в течение которого ты можешь пойти и выкупить другого могучего единорога, потому что с твоей работой покончено. Ты заработал свой миллион и можешь вложить еще $100 и заработать еще 1 миллион. Это работает точно так же. Мы называем это бесконечным обновлением, и ты можешь получать деньги снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова. И ты можешь передать это своим детям и получать деньги снова, снова и снова. Это продукт, за который ты можешь получать деньги в течение следующих 50 лет в своей семье. Это то, что будет продолжать расти, потому что игровая индустрия никуда не денется от 200-летней с лишним индустрии. Блокчейн продолжает расширяться, переосмысливая свои возможности. Это передача богатства, и эта система позволяет вам делать это полностью децентрализованно, полностью автономно. Вы получите те же самые награды, как только достигнете максимальной выплаты. К тому же у вас снова будет 80% коэффициент полезного действия. А это значит, что вам будут платить все быстрее и быстрее по мере того, как игровая платформа будет расширяться и на нее начнет заходить все больше пользователей. Когда у нас появится от 2 до 3 миллионов билетов в день, это может привести к тому, что ваш оборот может измениться на ежемесячной основе. Подумайте о потенциале этого проекта в будущем, о том, каким это может быть на самом деле. И когда вы видите, сколько билетов будет продано по всему миру на любом из этих отдельных рынков, вы понимаете, что теперь у вас есть возможность действительно оказать огромное влияние. И вытащить себя, вырвать из обычной ситуации. Выпусти себя из ситуации, когда тебе приходится работать с 9 до 5. Перестань работать на этого человека. Стань частью дома, и дом всегда будет в выигрыше. В день лотереи ты становишься частью дома, и дом всегда выигрывает. На веб-сайте есть система калькуляторов, которая покажет тебе все, что нужно. Здесь вы найдете всю подробную информацию о том, как именно выполняются расчеты. И это покажет вам, что все это основано на блокчейне. Нажмите здесь, ребята, в презентации под презентацией, чтобы перейти на веб-сайт и ознакомиться с абсолютно потрясающей дублируемой системой, которая у нас есть здесь на дне лото. Это все, что у меня есть для вас на сегодняшний день. Я хочу, чтобы ты убедился, что у тебя есть человек, который поделился с тобой этим, потому что, как я уже говорил, это либо первая возможность, которую ты видел, которая изменит твою жизнь, либо последняя. Обычно в жизни у тебя будет только два шанса на успех. И сейчас самое подходящее время для этого. Сейчас самое время тебе сосредоточить свою энергию на том, чтобы принять решение и найти что-то такое, что действительно повлияет на тебя и всех окружающих тебя людей. Я путешествую по всему миру и делюсь этим с вами, а также делюсь этим в интернете. И я повидал так много людей, которые оказали такое огромное влияние на этот вид бизнеса. И в истории нашего времени еще никогда не было сделано ничего подобного. Так что спасибо вам всем за то, что уделили нам сегодня время, желаю вам отличного дня и обязательно приступайте к работе. Обычно именно начало – это то, что останавливает большинство людей. Не позволяйте старту остановить вас, и мы увидимся на вершине.